Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Одна из российских кикшеринговых компаний представила прототип электрического самоката для сотрудников госавтоинспекции. Так фирма отреагировала на недавнее заявление о том, что в нашей стране необходимо создать электросамокатную полицию. Если это произойдет, то компания будет готова предоставить устройство в аренду ГАИ. Самокат окрашен в белый и синий цвета, имеется надпись «ДПС». Кроме того, увеличена его прочность. На руле расположены два экрана, на которые выводится информация о скорости, уровне заряда батареи и границах медленных зон. Трасса 101. В России появилась возможность приобрести электрический кроссовер Kia EV9. Дилер просит за автомобиль почти 8 миллионов рублей. В стоимость входят доставка и утилизационный сбор. Модель укомплектована 385-сильным мотором, 22-дюймовыми дисками, солнечной батареей, панорамной крышей и многим другим. Одной из фишек является то, что семиместный салон можно трансформировать в уютную гостиную. Сиденья второго ряда при этом превращаются в стол, а кресло водителя и переднего пассажира разворачиваются на 180 градусов. Трасса 101. В Австралии создали систему, которая позволяет дистанционно отличить трезвого водителя от пьяного, а также выявить степень его опьянения. Суть в том, что искусственный интеллект тщательно обрабатывает изображение лица человека, получаемое с помощью видеокамер. ИИ интересует, в частности, мимика, положение головы и направление взгляда. Правда, стопроцентной гарантии электроника пока не дает. Разработчики уверяют, что достигли точности в 75%. Для нетрезвых водителей в Австралии, добавлю, предусмотрены различные виды наказания, включая штраф, лишение водительского удостоверения, установка алкозамка на машину и конфискация автомобиля. Трасса 101. А в Москве на продажу выставили Rolls-Royce Silver Spurk Mark III 1993 года выпуска, который стал первым лимузином британской марки, официально ввезенным в нашу страну. Собственник автомобиля не стал скромничать с ценой, которая превышает 21 миллион рублей. Это порядка 245 тысяч долларов США по текущему курсу. Такой же Rolls-Royce, принадлежавший принцессе Диане, 5 лет назад реализовали всего за 45 тысяч долларов. Автомобиль приводится в движение 8-цилиндровым бензиновым двигателем мощностью 329 лошадиных сил. Коробка – 4-ступенчатый автомат. Пробег составляет немногим более 7 тысяч километров. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».